Полтора миллиона спортсооружений помогают европейцам поддерживать здоровье, активно отдыхать и избавляться от излишков веса. Но фитнес-клубы, бассейны, закрытые спортивные сооружения требуют больших затрат электроэнергии. В них должны поддерживаться определенные условия – влажность, температура воздуха, вентиляция, которые гарантировали бы комфорт для посетителей, как в часы пик, так и в те периоды, когда людей не так много. Итак, как можно сберечь электроэнергию? Нашей целью было разработать модульную программу, способную ответить на четыре основные вопроса. Как, когда, почему и где больше потребляется электроэнергии внутри спортивных сооружений? Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы разработали четыре независимых модуля, предназначенных для того, чтобы наблюдать, контролировать и оптимизировать потребление энергии и информировать менеджеров о реальных масштабах расхода энергии на различных участках спортивного объекта. Essere in grado di fornire al gestore il quadro della situazione nelle diverse zone dell'impianto. Этот небольшой спортивный комплекс близ Рима стал экспериментальной площадкой для испытания программы. Вокруг закрытого плавательного бассейна была установлена сеть сенсоров для того, чтобы понять, сколько требуется электроэнергии для освещения, отопления, вентиляции и охлаждения помещения. Эти датчики позволяют нам увидеть, насколько велики температурные перепады внутри помещения, как в самом бассейне, так и в системе вентиляции. Мы видим разницу в 7 градусов по Цельсию между стороной, ориентированной на север, и той, что ориентирована на юг. Это означает, что внутри данного пространства термогидрометрические условия не одинаковые. И вот эти наши оптимизированные датчики позволяют легко рассчитать термогидрометрические условия. Показатели по бассейну поступают в центральный модуль, который анализирует всю полученную информацию. Он также учитывает и многие другие факторы, как-то погодные условия, предполагаемое число посетителей и прочее. И в конце концов создает модель оптимизированного энергопотребления. Эти датчики позволяют измерять потребление энергии внутри тренажерного зала, в бассейне, раздевалках, офисных помещениях, буквально в каждом уголке спортивного объекта. Платформа имеет датчики, которые позволяют контролировать температуру и влажность в разных помещениях. Этот модуль оснащен интеллектуальной системой, которая получает все данные, сохраняет их в памяти и с помощью специальной программы позволяет управлять различными параметрами в помещениях спорткомплекса. По словам исследователей, эта программа через 5 лет после установки на спортобъекте поможет снизить затраты на электроэнергию на 30%. Неплохая новость для владельцев спортивных сооружений. Благодаря этим датчикам, установленным в самых разных местах спорткомплекса, мы можем оптимизировать потребление электроэнергии. Например, мы можем получить информацию о том, насколько меньше требуется энергии, когда посетителей, использующих спортивные сооружения в спорткомплексе, мало, и насколько нужно увеличить потребление энергии в часы пик. Исследователи также ожидают, что благодаря их системе выбросы СО2 могут сократиться на 30%.